Сургутской городской клинической больнице устанавливают новый рентгеновский аппарат, а также готовят помещение для нового компьютерного томографа. Чтобы разместить в здании технику, пришлось разобрать часть стены коридора и расширить оконный проем на втором этаже, непосредственно в кабинете рентгенологической диагностики. Приобрели оборудование в рамках нацпроекта «Современное здравоохранение». Оно значительно превосходит по качеству предыдущие модели. Наличие в медицинском учреждении аппаратуры такого класса позволит привлечь дополнительный поток пациентов, сделать диагностику более точной и быстрой, а также значительно упростит работу персонала. Сейчас в больнице на рентгеновском аппарате проводят до 120 исследований, а на аппарате КТ – до 39 исследований в сутки. В новом году планируют вести работу уже с использованием новой техники.